Уже опытные телезрители уже догадались, что перекрывает меня в данный момент трехлопастная Луизиания. Вот, а почему это Луизиания сегодня вместе с нами, расскажет наш эксперт в области всего садово-цветуще-красивого, кандидат сельскохозяйственных наук Анна Росинина. Здравствуйте. Доброе утро. Анна, доброе утро. Вы пересыпаете в руках лепестки Луизиании трехлопастной. Да, я ее тут немножечко пощипала, но надеюсь, она не обидится, потому что она уже сама желает отцветать. Отцветать? Вообще, мы сказали сегодня утром, что вы нам расскажете про сибирскую сакуру. Но мы ошиблись, да? Ну, ботанически это, конечно, будет не очень верно. Потому что все-таки это растение, конечно же, к сакуре имеет довольно отдаленное отношение. Мы даже японскую музыку включили, слышите? Ну, мне кажется, даже нам немножечко нужно как-то войти в образ. Хорошо! Расскажите нам, учитель, что это такое? Хотела сделаться более романтичной. Нет, а там девушки... мы сразу к харакири перешли. Нет, девушки... Я сегодня должна меркнуть и оттенять. В общем, растение-то, конечно же, все равно в любом случае нас как-то немножко романтично вот туда как-то... С тобой там сейчас в массажном салоне вот играет. Может, в хорошем массажном салоне. В ботаническом клубе вы сейчас, что вы думали. Все, концентрируемся. Давайте так, сакура. Так вот, если говорить о том, что... Что-то это близко к сакуре. Сакура, конечно же, выглядит более впечатляюще. Почему? Потому что, во-первых, она более крупная. Да, это виды вишни железистые, например, или некоторые сливу к этому названию общему относятся. В общем, сакура — это не ботаническое название, а скорее такое вот... Да, собирательное, можно так сказать. Сегодня на примере Луизиании мы хотели поговорить вообще, да, о кустарниках как таковых. Вот когда они зацветают, как правило, вот кустарники в садах? Ну, следует сказать, что Луизиания зацветает ее отдельно. Она, кстати, раньше была миндалем. Представляете? В прошлой жизни? Да. Или в том году? Раньше ботаники относили ее к роду миндаль, но потом она все-таки своими ботаническими характеристиками сказала: знаете-ка что, ребятки, все-таки я как бы в свой род отдельный пойду. Переезжаю в свой клуб. И назвалась Луизиания трехлопастной. И если говорить о ранее цветущих кустарниках, то она не первая в саду зацветает. Первая зацветает форзиция. Она цветет уже сейчас и уже сейчас доцветает. Но вот это растение... И именно прям в саду на улице. Да. Уже цветет что-то? Она уже отцветает. И поэтому, когда мы с вами, допустим, набираем в интернете форзиция, видим, значит, что это вот этот желтый куст, у нас, конечно, такого волшебства очень часто не случается. И она бывает более такая сдержанная, более аккуратненькая, если не сказать более лысенькая. Если говорить о том, что цветет после нее, то Луизиания, в общем-то, следующая. Серебро у нее в этом следующее, смысле. Да, она зацветает после форзиции. Но вот это растение, например, приехало уже цветущим откуда-то там из Европы. Поэтому оно уже цветет у нас в садах. Она еще пока только набирается. И слава богу, а то снег бы лег, и что бы? Все. И все бы, да? Ну, на самом деле, не совсем бы все. Вполне возможно, что она бы выстояла. Но, тем не менее, в садах у нас она цветет где-то с серединки мая. И, в общем-то, за май укладывается весь ее вот этот... Вот мы говорили про форзицию. Форзиция. Это как Констанция, только форзиция. Луизиане. У нас здесь в честь Луизиана, видимо, названа. Ой, может быть. Штата. Трехлопастного. Какие еще бывают раннецветущие кустарники? Вот на что стоит садоводам обратить внимание? Ну, дальше у нас с вами уже пойдут сирени, калины. И то, что мы, наверное, уже как-то ближе к нам, уже более понятнее. Знакомо. Все-таки более ранее цветущее вот такое вот растение, которое, наверное, не в каждом саду есть, все-таки, наверное, стоит обратить внимание на нее. Потому что форзиция уж слишком рано, а тут мы уже, когда грабельками гребем, она уже где-то радует, рядом цветет. Мотивирует гребсти грабельками. Но вопрос грабельками. Какой? Как вообще ее высадить, на самом деле? И куда? И куда, и как ухаживать? Сложно вообще? Если мы с вами видим ее в таком цветущем виде, нам кажется, куда бы мы ее? Но мы видим ее в горшке, соответственно, я бы посадил ее в горшок, раз она так. В открытый грунт она большая вообще вырастает? Она желает расти, конечно, на воле, и она не захочет сидеть вот в этом вот контейнере, к тому же зимовать. Она будет там не очень это хорошо. Это получается для транспортировки, да, сейчас конечно. Решение. Да, конечно. Она, как правило, как и любое растение, которое приходит в садовый центр в контейнере, рассчитана на то, чтобы, ну, пару лет более-менее там просидеть. Но скажу вам, что когда его высаживаешь на волю, а одно другое вот остается одинакового размера, видно, как радуется то, которое высадили. Поэтому, конечно, это растение открытого грунта, которое будет сидеть у вас в земле, но не следует попадаться на ее вот эти розовые уловки, потому что она не всегда же такая, да? Вот она отцвела в мае, что потом с ней? Лысая? Ну, посмотрите на эти листья, просто они сильно, они просто кустик. Просто то есть кустик. Сказать о том, что нужно заходить, видеть какую-то центральную композицию и ее туда, к сожалению, нет. Потому что в мае красиво, а потом просто. А потом просто обыкновенно. А куда и к тому же вот такие вот кустарники, которые имеют сезонную декоративность, их лучше бы
миксовать с какими-нибудь другими кустарниками. Например, некоторые очень любят, когда, ну, есть такой эффект непрерывной декоративности. Когда весной начинает одно, потом подхватывает то что-то другое. То есть у нас другое. Форзит, целузиания, калина должно вот такое вот сочетание. Сирень, чубушник и тому подобное. Чтобы постоянное. Да. Для того, чтобы все-таки это выглядело более нарядно и празднично, конечно, не высаживаем ее одиночно, потому что она же иногда может подмерзать. Не зацветать. Верхние побеги могут подмерзать. Да. И к тому же, если вы еще и обстригли ее весной, а весной этого делать нельзя, стричь все весенне цветущее только после цветения. Поэтому подбирайте ей соседи, которые будут более декоративны в другой период. И всегда у вас есть помощники в виде декоративно-лиственных кустарников. Ну, например, пузыреплодник сидит темно-фиолетовый, на его фоне сидит, допустим, вот эта прекрасная. А если приклеить, в мае отцвела, а потом приклеиваем такие розовые штучки? У нас обычно шишки насосные обыкновенные приматывают. Как за ней ухаживать? Поливать, зола, что там? Ну, скажу, что... Прихотливое растение или нет? Растение в целом не прихотливое. Оно не очень желает застоянную влагу иметь. А застоянная влага случается в весеннее время, когда, допустим, долго снег не стаивает в том месте, где почва не прогрета. Это какая-то северная сторона или как вот, как-то вот там везде уже сухонько, а тут вот как бы наступать не хочется. Вот туда ее нельзя. Ее надо все-таки на открытое хорошее солнце, чтобы она успела прогреться и выдать свои цветочные почки. Насчет того, чтобы она чем-то повреждалась, ну, я бы не сказала, что у нее краеды что-то есть какие-нибудь, такое. Бекарасы. Нет, ее. Бекарасы я люблю, всяких разных красивых бекарасов, но они особо вреда ей не наносят. Вот, то есть вредителей никаких особенных таких, ну, бывает тля, конечно. Ну, тля бывает, знаете ли, на любом ленивом растении, в которое... В любом случае. Да, ну, поэтому, ну, ничего, чуть-чуть попрыскали, потравили. Упал на нее иду. Обошли, чеснока повесили. Анна Росинина была вместе с нами. Большущий, хочется сказать это спасибо. Маленький последний вопрос. Трехлопастная или трехлопастная? После того, как я говорила рододендрон или рододендрон, мне скажут, что правильно рододендрон, я теперь теряюсь в грамматике ботанических названий. Три лопасти у него, сказали. Неважно, как вы называете. Главное, знаете, что она будет цвести у вас второй после форзиции на вашем дачном огородном участке.